Если взять по возможности эту дорогу как молитвенный путь, то в этом парке, который принадлежал одним из ксёнзов, или так, царских кровей людей, наследников, наверное, они здесь молились, а может быть нет. Я возьму эту возможность промолиться не только в этом месте, но и, наверное, помолиться за Польшу. Я верю, что Польша – это то место, где Бог делает работу свою и продолжает делать то, что мы знаем о Польше, пробуждении, либо, наоборот, забвении. Мы знаем, что Польша пострадала во время Второй мировой войны. Но вы знаете, мы живем в время, где Бог возрождает призвание польской церкви молиться за пробуждение. У нас в Польше здесь мы не встречали многих евреев. Их по всей Польше может 20 тысяч. Но я молюсь, чтобы польская церковь возродилась и перестала основываться на своем антисемитизме. О том, чтобы теория замещения, она не имела силы в польских общинах, и мы увидели сильную поддержку для еврейского служения, для еврейского народа. Чтобы была поддержка для тех, кто еще, может быть, не совсем понимает призвание к еврейскому народу, что мы одно целое. Бог призвал нас в одном теле быть спасением или ответом для многих людей, как евреев, так и неевреев. Я верю, что Бог призывает польские, немецкие, чешские общины, европейские общины изменить свое понимание о еврейском служении в Израиле. Я уже говорил, что многие думают, что церковь есть как-то новый духовный Израиль. И здесь мне пришлось говорить о том, что такого в Писании нет, что мы призваны из евреев и неевреев служить перед Господом. Новое творение в Боге, что-то новое. Даже пророки не видели этого. Мы понимаем, что даже первоапостольская община с этим встретилась и имела трудности. Но сегодня мы понимаем, что без обоих сторон, без евреев и неевреев, не будет исполнено предназначение Господнего тела. То есть людей, которые уверуют, что вся земля наполнится Его славой. Из всех сторон языков люди будут приходить и поклоняться Богу на праздниках. Суккот, он должен исполниться. И он исполнится тогда, когда люди узнают, что Иешуа есть Мессия. Это задача всех нас, соединивших вместе, имея вместе цели проповеди Евангелия, достичь и наш народ, который погибает, что в конце времен Бог его спасет, мы это знаем. И возбуждая в нас ревность, многие неевреи, они должны присоединиться к молитвенному движению за Израиль.